Тед против Zone – это финалист GSL. Тед против Nice GG. Тед против Alex 007. Вы узнаете, кто же кого одолеет, Алекс 007 или Тед Прогеймер. Вы узнаете небольшую историю про Алекса и Теда, про StarCraft 2, протосов и все остальное. И самое главное, смотрите внимательно, потому что где-то в центре видео будет очень классная штука. Всем предлагаю поучаствовать в ней. Ну что, нужно немножко копнуть в историю. Кто же такой Алекс? Алекс — это самый популярный комментатор StarCraft 2, который комментирует уже немереное количество лет, почти с самого начала, наверное, StarCraft Ходца. Уже 10 лет назад он начал комментировать и Brood War, и StarCraft Vol, и Ходц, и игры Кореи. На начале Ходца он, по-моему, их пиратил в рубрике «Корея 2.0», потом она вышла на официальный уровень, и Алекс начал, собственно, набирать популярность в комьюнити StarCraft все больше, потому что вышел на официальный уровень, уже на всех сайтах везде была его трансляция. К концу Ходца, начало Legacy of the Void, Алекс берет Grandmaster. В то же время Grandmaster берет и Тед. Но Тед в это время только начал играть, но об этом попозже. К выходу Legacy of the Void Алекс начинает разбавлять свой YouTube-контент различными развлекательными видео. И они очень отлично заходят, потому что появляется много интересных рубрик. И все очень круто, весело, интересно. Также Алекс продолжает поднимать свой скилл и выходить в Grandmaster League за все расы, то, что он играет за рандом. И взяв 6000 ММР, Алекс уже не играет обычно больше одной игры в сезон, чтобы, естественно, не портить рейтинг и оставлять себе просто красивое число. Что же со статистикой Теда? Она скачет как сумасшедшая, потому что Тед занимался чем-то другим. Тед начал свой путь в конце Heart of the Swarm, потому что до этого он играл профессионально в моба-игры, конкретно в Доту, но так случилось, что Тед решил попробовать свои силы в StarCraft. Не спеша, за полгода я взял свой первый ГМЛ, вышел Legacy of the Void, и я повторил этот, так сказать, подвиг на всех серверах. В начале Legacy of the Void, надо сказать, что ГМЛ мог взять любой протос, потому что адепты были жестко имбой, они не контрились, они уничтожали Марика за два удара, и это очень-очень мощно. Комментирование меня не интересовало. Мне нравилась именно история с прогеймингом. Мне нравится развиваться всегда как игрок, совершенствоваться, поднимать эффективность, ну и такие вещи. И начались первые турниры. Начались не совсем успешно. Естественно, игроки, которые играют уже по 5-6 лет в стратегии, меня переигрывали с моим опытом меньше года. Но не прошло и пары месяцев, и я уже начал выигрывать первых игроков, которые были из топа Грандмастера, корейцев. Это вот первый кореец, которого я победил. Также я успел проиграть Бьяну до того, как он выиграл свой первый GSL. Но при этом игроков из топ ГМЛ Кореи я выигрывал отлично и стабильно. Через год игры на профессиональном уровне я встречаю на отборах на один классный престижный турнир Матиза. Очень перспективный зерк на то время. Сумасшедшие макроигры, это было сложнейшее ПВЗ, но все-таки, благодаря классному микроконтролю, успешной позиционке и крутым выверенным своим собственным стратегиям, Матис не смог меня одолеть, я смог показать силу протосов и просто-напросто победить его. Это была нелегкая игра, это было БО3, я выиграл со счетом 2-1, и кто мне попадается дальше? Дальше попадается Шоутайм, которого я не смог одолеть. И я уже заметил вот эту вот пропасть между, так сказать, игроками, которые все-таки играют, например, как я, в районе 1,5-2 года в игру, и игроками, которые играют очень давно и постоянно тренируются огромное количество времени. Исходя из моего графика, в основном у меня получалось играть только на корейских турнирах с игроками типа Статца, Яна, Зеста, и, конечно, их победить было очень тяжело на то время с моим опытом. Однако периодически я успевал побеждать игроков, которые были намного опытнее и сильнее меня, как, например, Протос Максет, это топ-протос Китая. Добыл победу своей команде в Альфа-лиге, которая уже закрылась. И где-то в это время я решил, что все, с прогеймингом закончено, нужно делать обучающие видео на YouTube, потому что я уже устал тренироваться, и мне хотелось дать возможность новичкам StarCraft 2 получить очень качественные обучающие ролики, чтобы они могли быстро, так же как я, еще даже быстрее за пару месяцев брать ГМЛ-лигу и выходить на про-уровень. Чем я и занялся, периодически играя на корейских турнирах. В это же время начали прокидать профессиональные корейские игроки StarCraft 2. Например, Фэнтези в это время покинул StarCraft 2.
и он это сделал сразу же после матча с Тедом. Корейские комментаторы были в шоке. Какой-то Тед обыгрывает легендарного фэнтези. Ах да, чуть не забыл, классная штука. Как часто вам отвечают ютуберы? Естественно, бывает, им не хватает времени среди моря комментариев. Но всем, кто оставит под этим видео комментарий с хэштегом Alex007, я отвечу в следующем видео. Мы сделаем ответ на вопросы, поэтому любые комментарии, которые связаны со StarCraft 2, со мной, с Алексом или, неважно, с игровой тематикой, на все такие комментарии мы будем отвечать в следующем видео. Поэтому, если хотите подискутировать, пообщаться, оставляйте коммент. Поехали дальше. Тед против Zone — это финалист GSL топового корейского турнира. И он занимает 24-ю строчку во всем мире. Хитрыми мувами и майндгеймсами Тед смог обмануть Zone. И Zone не подозревал до конца, что это будет All-In с Бэнксталкерами. И комментаторы были в шоке. Вторая игра, и опять Тед блестящими мувами, обманывая Зоуна, смог занять позицию на хайграунде и не дать Зоуну подняться туда. Вы сами понимаете, что Zone был в шоке. Тед против Найса. Найс понимает, что его ждет нелегкая игра против грозы корейцев. Легендарного Теда с Ютуба. И Найс решает играть прокси-роба, грязную стратегию, чтобы одержать легкую победу. И вроде бы прессинг Найса может одержать победу. Вроде бы он может быть успешным, но Тед со своим великолепным, точнейшим микроконтролем способен переиграть лучших игроков, способен переиграть корейцев. Просто точечный микроконтроль, очень правильный фокус фаер, очень четкое распределение в каждой атаке каждого сталкера. Просто великолепная микро, фантастическая. Найс не был готов к тому, что каждый сталкер Теда всегда выживает, потому что блинк микро на высоте. Тед просто мастер блинк контроля. И Найс пал очередной жертвой грозы корейцев Теда. Он просто не смог выдержать такого напряжения, потому что блинк микро, оно великолепное, потому что протосы — это имба. Но это все и так знают. Важно не это. Важно то, что Найсу пришлось в конце концов написать GG. Итак, ребята, два игрока элитного дивизиона Грандмастер Лиги StarCraft 2. Alex007 и Тед Прогеймер. Кто бы из них одержал победу? Вот такие комменты мне пишут под недавним популярным видео. Пой кликбейт, еще копирка темы, которую я писал уже неделю назад, басит. Очень внимательно на этом обновите свое внимание. Делай свой контент, пожалуйста, не позорься. Смотрим внимательно. Blizzard уделяет StarCraft 2, что будет потом? 16 октября. Это уже почти полгода назад это видео вышло. Blizzard все-таки закроет StarCraft 2, что нам делать с любимой игрой? 23 января. Ну, естественно, проще написать комментарий, что я делаю не свой контент. Пожалуй, отвечу ему так. Копирка темы, которую я делал уже 2 месяца назад. Тоже смотри внимательно, не позорься, скажем. Кстати, моя теория, что есть люди, которые из-за Алекса забросили StarCraft, она тоже подтверждается. Очень много и таких комментариев появляется, где люди пишут, что да, они думали, что то имба, и поэтому забросили StarCraft. И Just Squid классно пишет, что осуждать человека, что он нашел способ, как там поднимать себе на Ютубе просмотры и все остальное, неправильно. Я с ним абсолютно согласен. И как раз таки покажу вам такую тему. Мое видео, где я показываю, как прокси-роба можно играть в макро, долго давить, то есть интересное видео, микроконтроль, все на высоте, все круто. Сколько людей его посмотрело? Первый день 150 человек, и потом за год, почти за полгода, оно набирает где-то вот 205, там, короче, 209 просмотров, в конце концов, оно набрало. Естественно, все сейчас скажут, ой, так подача ни о чем, там, комментарии, игра слабая, еще что-то. Короче, 1000 причин можно всегда найти. Но если ролик неинтересный, его не смотрят. Посмотрите, этот ролик посмотрели с начала до конца практически все, то есть в самом конце, где я уже перешел там на аналитику, люди отключались по чуть-чуть, но при этом до конца ролика было удержание там 60%. Среднее удержание 60% — это огромное удержание на самом деле.
для любого ролика по StarCraft 2. Просто YouTube показал его 4000 человек за все время. Потому что на картинку никто не жмет. Да, здесь сейчас конкретно вот тут вот показана картинка, на которой не сильно кликабельна. Я ее просто менял с течением времени, проверял, вдруг найду какую-то, на которую будут жать. И в конце концов понял, что не стоит напрягаться, стоит оставить такую. Вот этот ролик про Алекса уже не досматривает почти никто. И он даже не про Алекса, там больше про StarCraft. Но при этом на нем уже 20 тысяч просмотров набрало. И YouTube его за несколько дней показал 60 тысячам человек. В итоге среди всех хейтеров вполне появляются люди, которые понимают и принимают мою точку зрения и понимают, что да, она где-то обоснована, где-то она притянута за уши, где-то кликбейтная, но в целом в ней есть смысл, и они находят хороший контент на моем канале. Потому что очень забавно, когда люди пишут, тут есть комментарии в стиле «Перестань снимать кликбейт, сделай нормальное обучающее видео». Ребята, у меня целый год практически каждый день выходили классные аналитические видео с крутейшими обучениями за каждую расу, с гайдами на все-все-все, с разборами про геймеров, с играми про геймеров, с вообще прикольные игры, веселые игры, профессиональные игры, все-все-все выходило. Просто жмут на слово имба и на Алекса, вот и все. И именно таким образом мы расширяем свое комьюнити тех, кто любит качественный контент и именно аналитику без лишних приукрас. Итак, ребята, два игрока элитного дивизиона Грандмастер Лиги StarCraft 2, Алекс 007 и Тед Прогеймер. Кто бы из них одержал победу? Кто бы из них одержал победу? В честном бою, к примеру, Best of 7. Можно гадать, Алекс, обладающий высоким ММР, отличным пониманием, знанием и опытом в этой игре. Либо Тед, который одерживает победы над яркими и топовыми корейцами. Гадать можно вечно. Это как гадать, кто победит. Брюс Ли или Майк Тайсон. Конор или Макгрегор. Бакс или Банни. Случится этот матч когда-нибудь? Шоу-матч или нет? Никто не знает. Но я думаю, это была бы величайшая битва тех времен в StarCraft 2, которую потом бы обсуждали столетия. Всем пока. С вами был Тед.